Привет всем, друзья! В этом видео покажу-расскажу, как сделать своими руками такую самоделку, которая вам обязательно понравится. За основу самоделки нужно взять баллон от дезодоранта. Давление с него нужно стравить. В патрон шуруповерта зажать небольшое сверло. Ровно в центре дна баллона просверлить отверстие. Снять распылитель. Пассатижами клапан вырвать. Клапан насквозь просверлить. Маркером, отступив от верхней части пару сантиметров, по кругу нарисовать черту. По нарисованной черте выпилить. Все лишнее изнутри вытряхнуть. Нижнюю часть нарезать на лепестки, немного не доходя до дна баллона. Для удобства баллон можно немного приплюснуть и по изгибам делать прорези. То же самое сделать с другой стороной. Теперь каждый лепесток нужно на глаз поделить пополам и сделать прорезь. Вырезанные лепестки выгнуть в обратную сторону, задав на каждый лепесток небольшой поворотный изгиб. Две части баллона вставить друг в друга. У вас должна вот такая ромашка получиться. На кусок проволоки намотать изоленту, отступив чуть большего размера самоделки. На проволоку нанизать гайку. Через просверленные отверстия нанизать ромашку. На конец проволоки намотать изоленту. Немного отступив от самоделки, проволоку согнуть на 90 градусов. Проволоку с ромашкой воткнуть где-нибудь в клумбе. И как подует ветер, самоделка начнет вращаться, насыщая клумбу солнечными зайчиками. Вот таким легким способом мы с вами сделали простой в изготовлении декоративный ветряк, который оживит и украсит вашу клумбу. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!